чистим стручковые бобы. Режем морковь тонкими кольцами. Аналогичным образом поступаем со свежими перцами чили. Если вы не поклонник острой пищи, предварительно удалите семена. Брокколи делим на соцветия. А болгарский перец нарезаем тонкими полосками. Давим чеснок и измельчаем. Подрумяниваем орехи кешью. Обваливаем в муке куриную грудку, нарезанную некрупными кусками. Приправляем солью и перцем и обжариваем воки в масле грецкого ореха на сильном огне в течение 3-4 минут. Добавляем сухой чили, нарезанный перьями репчатый лук. Туда же отправляем измельченный чеснок и свежие перцы чили. Остальные овощи обжариваем отдельно. Смешиваем все ингредиенты и доводим блюдо до готовности. Добавляем соевый и устричный соусы. Приятного аппетита!